Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по мини-хайпу Farm Game. Я недавно зашла на него. Пополнилась я на 60 рублей. Стартовал он 17.03. Срок вклада бессрочно. Обратите внимание, минимальный депозит от 1 рубля. Минимальная выплата также от 1 рубля. Здесь последние пополнения вкладов. Здесь выплаты. Давайте авторизуемся и зайдем в кабинет. Значит, ну, кошелек у меня прописан. Значит, смотрите, что у меня на балансе 285 рублей. Так. Вот. И что здесь такое у меня происходит? У меня доход 46 рублей. Собрать доход. Я уже говорила, что такие проекты, они долго не работают. И я пополнялась изначально, как уже говорила. Здесь вообще не понять, чего творится. Бессрочно. Собрать доход. Значит, я вывела отсюда 24 рубля. Я выводила, значит, 19 марта я выводила маленькими суммами. 7.55 Farm Game. И я 21-го 10.40 вывела тоже Farm Game. Так. Рев-доход у меня 70 копеек. Откуда у меня такие суммы пошли, я понятия не имею. Так. Вкладочка «Пополнить». Здесь статистики нету. Так. Так. «Пополнить вклады». Это вклады «Кабинет». Доход за сутки у меня 300 рублей в сутки. Доход за месяц. Ну, в общем, ребятки, тут вообще можете посмотреть мое видео. Я пополнялась на 60 рублей. Вот. И как бы... Вот мой рев-доход только 70 копеек. Так, остальные все работают без вложений. Значит, кликаю «Выплатить». Он не дает выплачивать мне вот эту сумму, мне ее не вывести. Во-первых, я понятия не имею, откуда она взялась. Значит, здесь я поставлю по нулям. 0-0. Кошелек у меня прописан. В общем, сайт мошенник, ребятки. Пополните баланс минимум на 300 рублей. Понимаете систему? Ладно, я стираю вот эту сумму, попробую 60 рублей вывести. 60.00. Так как я пополнялась на 60 рублей, посмотрим, даст он мне выплатить или нет. Пополните баланс минимум на 300 рублей. Выплаты откроются. О как! Фигос под нос. Я буду пополнять. В общем, что попало творится здесь? Не понять, что выплатить. Давайте попробуем 10 рублей, что ли. Но не дает он выводить. Ну, тут сможет стоять по умолчанию. Выплатить. Нет, вообще ничего не дает выплатить. Так что
Я считаю, что это мошеннический сайт. И я не рекомендую. Я говорила изначально, что такие проекты долго не живут. Нет, бывают проекты, конечно, попадаются. Добросовестная администрация. Как бы работают и платят. Но бывает и такое. Что поделать. Вот, так что такие вот дела. Вот откуда у меня такая сумма взялась, я понятия не имею. Ну, в принципе, на этом все. Этот сайт в топку. Будем искать нормальный проект. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.